прошлый четверг гостем проекта A1 Music Live стал Legalize, который презентовал в эфире новую живую программу «Хиты Live». Legalize — это действительно легендарный музыкант. Он вывел в свое время хип-хоп в нашей стране на новый уровень. Лига уже выступал на сцене A1 Cafe в рамках A1 Music Live, но со своим проектом «Ярость Incorporated». В этот четверг в эфире происходило что-то невероятное. Я доволен. Новое начало. Мне очень приятно, что понравилось. Повторюсь, что это только начало. Мы не так много репетировали. Дальше больше, дальше лучше. Больше песен. Нам не позволил эфир спеть все песни, которые есть в обойме. Вот. Но... Ну, я надеюсь, что зрители просто придут на ваши концерты. Вот и все. Да. Но и многоточие. Лига подготовил эксклюзивную программу, в которую входили только проверенные временем хиты, исполненные вживую и с музыкантами. Уровень энергии и драйва в этот вечер зашкаливал. Напомню, что съемки проекта проходят каждый четверг в A1 кафе, которое находится в высотке на Баррикадной. Вход для всех свободный. Внимание, в этот четверг съемок проекта не будет, но зато на следующей неделе Нелл будет праздновать на этой сцене свой день рождения и отыграет новую программу. Кроме того, он обещал презентовать новый клип, почитать новые треки, ну и, конечно, те, которые все вы хорошо знаете. Так что приходите в четверг 28 ноября на съемки проекта A1 Music Live.